виноград Басанти. Автор формы Александр Васильевич Бурдак. Вот такой наш Басанти. Первая сигналочка. Это кусту всего лишь год. В прошлом году садился зеленой выгонкой. Вот. Ну, уже видно, вот лоза вызревать начинает. Вот. Ну, конечно, форма бомбовая. Хотя, в принципе, первый год не показатель, но тем не менее. Вот. О сроках в этом году говорить не приходится. Вот. Но она, форма очень-очень ранняя. Причем она уже давно созрела. Давно висит. Вот. Ну, сразу о достоинствах. Во-первых, находясь на солнце, вообще не прогорает. То есть не укрывать не нужно, нигде ничего. Вот. Цвет супер. Не уходит ни в темное, никуда. Вот такой вот ярко-малиновый цвет. Вот. Не меняющийся. Вкус отличный, очень плотная ягода. Причем, когда висит, так уплотняется. Вот. Сахар, все, все отлично. Такие фруктовые тона. Гармония, все. Ну, о сроках было. Ну, должна быть урожайная, потому что вот такая рыхленькая грусть у нее для первого года. Есть он там кое-где неопыленки такие. Ну, это везде бывает. Вот такой он Басанти. Сейчас покажу. Вот еще есть куста. Здесь она как-то еще раньше на солнце висела, созрела. Он общипали грусть уже. Все пробовали. Вот здесь вот такого она становится, если перевисает. Вот такого цвета. Вот. Ну, ягода очень и очень плотная такая, твердая. На отрыв хорошая. Вот, чтобы оторвать, нужно дергать посильнее. Вот. Ну, и вкус, конечно, у нее супер. Вот такой Басанти.